Всем привет! Как и обещали, сегодня отсняли видеоурок о том, как подготовить лошадь к прогулкам на природе. На самом деле, вот недавно совсем у нас на конюшне произошла такая неприятная ситуация. Две девушки поехали в поля на своих лошадях, зачем-то в сторону дома поскакали галопом, но кони их радостно разнесли. Девушки не смогли их остановить. Приняли решение тоже зачем-то отстегиваться. Теперь, в общем, в результате боятся вообще на своих лошадей садиться. Слава богу, отделались небольшими, не сильными ушибами. Не было каких-то серьезных травм. К сожалению, не успели мы им показать то видео, которое мы сегодня засняли, в котором мы как раз объясняем, почему не надо было, да, совершать тех ошибок, которые они совершили, и как на самом деле нужно заниматься с лошадью для того, чтобы на ней можно было комфортно и безопасно ездить на природе. Урок мы добавили во вторую часть курса «Как купить лошадь и жить с ней долго и счастливо». Кому интересно, смотрите, приобретайте курс, смотрите. Все уроки очень полезные для начинающих частных владельцев. Всем пока!